Ну вот, наконец-то можно снова приступить к съемкам. Всем привет! Не снимала около 3 недель, потому что на старом телефоне закончилась память, и вообще видео не снимались, ни фотографии, даже сообщения в мессенджерах уже не приходило. Пришлось взять небольшой кредит на 17 000 и купить. Ну, это телефон. Не супер там пупер там навороченный, да, здесь просто побольше памяти. А так тут у меня был Samsung A10 старенький уже, а это Samsung A14. Вот. Пришлось взять кредит, потому что уже было невозможно. Сейчас как раз посмотрим, как камера здесь работает. Вот у нас тут такой вот такая клумба. О, кстати, гортензия распустилась. Красотка какая. Красоточка. Здесь тоже у нас клумбочка. Ну да, краски здесь, конечно, поярче на этом телефоне, что радует. Тут у нас уже, кстати, огурчики вовсю собираем в Сибири. Каждый день салатики кушаем. Кстати, кабачок. А что там, большой кабачок вырос? Свеколка. Кстати, тут я видела этот. О, вот какой баклажан. Здесь у нас тыква растет. Тыквочка. Базилик какой огромный. Так, а здесь у нас кабачочки тоже уже не раз собирали. Делали всякое рагу. Ну, помидорки в этом году у нас, откровенно говоря, не очень. Но зато у нас перцы уродились. У нас перцев не так много было каждый год. А тут под каждой веточкой вот, по несколько перчиков там тоже. Здесь. У нас, кстати, было очень много вишни. Но мы уже практически здесь-то все ободрали. Там вот еще на верхушке осталась вишенка. Вкусненькая такая. Это. В прошлые годы была какие-то кислые. Ну, смородину мы тоже все обобрали. Уже обработали. Кстати, мы залили сегодня бассейн зеленкой, чтобы придать красивый цвет бассейну. Такой, знаете, морской цвет. Я вот, блин, не передают камеру. Сейчас такой, знаете, бирюзовый стал. Ну, камера не передаст, наверное, потому что он стал немножко опять грязнеть. Нам надо, чтобы хотя бы недельку еще постоял. И мы решили залить зеленкой, чтобы цвет такой более-менее приятный был. Ну, камера не передает. Камера передает какой-то непонятный, короче. Мы, в общем, решили сделать яблочный чай из листьев яблони. Сначала рвете листья и кладете их в банку. Банку выставляете на солнечное место, чтобы листья немножко, ну не знаю, это называется ферментирование, да? Ферментирование. Вот здесь, видите, водичка будет испаряться. Я, кстати, сейчас биологией занимаюсь, программой 5 класса. И вот это один из опытов. Но там, правда, в пробирку семена кладут и поджигают, и выделяется вода. И это доказывает, что в растениях, в семенах есть вода. А здесь вот листочки, да,
испаряется. Ну а потом, вот после двух дней, вы выкладываете эти листочки в сушку. Чего, они мягкие? Ну, они даже не... Знаете, пахнет, как забродившее что-то, да? Хотя, когда мы смотрели, как это делается, показывали, что очень должно пахнуть яблоком. Прям яблоком. Но у нас не пахнет яблоком. Но листочки там тоже, а видите, они должны почернеть, потемнеть. Почему? Потому что прекратился процесс фотосинтеза, да? Все, листочки начали свой цвет зеленый терять. Ну, кстати, мы здесь так для разнообразия еще положили этот. Смородину. Немножечко. Ну-ка, смородина такой пахнет. Вот знаете, нет, не смородины, чем каким-то забродившим кислятиной. Ну, посмотрим. Надо еще. Что-то у нас Степа решил этим заняться, нам не дает. Свет включил?